ребятки, я вас поздравляю с началом соревнований. Мы очень рады всем гостям в нашем зале, в нашем городе. Я желаю всем успеха. Порадуйте своих тренеров, чтобы они порадовались вашей игре. Не все становятся чемпионами, но покажите хороший, красивый, достойный теннис. Договорились? Да. Договорились. А теперь внимательно меня слушайте. Маленькие девочки разбиты на три подгруппы. Первая подгруппа. А ты тоже подгруппа? Сразу хочу сказать. 8 и младше девочки играют. Третий, четвертый, пятый, шестой стол. 4 стола у вас. Светлана Николаевна, вот в белой курточке. Она у вас главный судья. Все по всем вопросам обращаться к ней. Первая подгруппа. Чумарна, Хритина, Мушкина, Попкович, Борода. Правильно сказала? Масла. Есть такие участники? Девчонки, задала вопрос. Такие участники есть? Поднимите руку. Я называю фамилию, вы поднимаете. Сколько рук? Еще раз. Чупарна. Хридина. Мушкина. Покинь Борода. Масла. Участница Масла откуда? Южноукраинск. Южноукраинск. А где представители Южноукраинска? Значит, их все. Вторая подгруппа. Пелых. Есть. Кривошеев. Есть. Шутеева. Тоже Южноукраинск. Куцарева. Правильно назвала? Куцарева. Да, по-моему, тоже оттуда. Их четверо девчонок оттуда. Сухорукова. Третья подгруппа. Зарубина. Аркуша. Лазанова. Алексеенко. Тимошенко. Тимошенко. Оттуда же. Тоже Южноукраинск, тоже. Позвоните Максим Сергеевичу, пусть он проходит Южноукраинск. Заявка есть, звонили, что будут, увы. Старшие девочки 4-5. Чернявская, Шинкарева, Калагересия, Иванова, Паламарчук, Ковалева, Алмаши, Лукашова. Есть? Остальных все знают. Полищук. Есть. Девченко. Все, девчонки, 100%. Пока начинаем.